Считается, что День Святого Валентина существует уже 16 век. В 494 году по указу Папы Римского Геласия I в этот день было прекращено избиение женщин и провозглашено небесное покровительство человека, который соединял сердца влюбленных. Звали его Валентином, и он был простым священником из города Терния. Валентин считал своим долгом мирить поссорившихся людей и объединять их влюбленные сердца. По сей день, 14 февраля, отмечается День всех влюбленных. Кого любят одинцовцы и что они хотят сказать своим любимым, узнаем из рубрики «Экспресс-камера». Ну, обязательно поздравил бы своих родителей, это бабушку, маму. Пожелал бы им всего самого наилучшего, здоровья, счастья, удачи, чтобы все было у них в порядке. И сына, и дочку, они еще достаточно молодые. Конечно, чтобы было любовь и согласие в семьях. Ладно, я вас поздравляю. Удачи вам. Я бы подругу поздравила, она Валентина. Желаю ей, конечно, счастья, здоровья и любви. Всех влюбленных, своего молодого человека Владислава Мартынкина. Всех пар, чтобы счастье, чтобы некоторые не побольше любви. День. Если только муженечка своего поздравить, пожелать ему здоровья и все. Спасибо вам. Спасибо большое. Чтобы она так же сильно меня любила, хранила наши чувства. Любим очень сильно своих всех близких родственников. И малышку нашу. Нашу доченьку любимую, да. Поздравляю всех мужиков, чтобы у них было все хорошо в жизни, удачно и хороших дней. А, где Валентин-то? А. Да. Ну, у нас нет Валентина. У тебя есть Валентина? У меня и Тыри, Катенька, и Тыри. А Валентина и Зольда. Валентины нет. Так что я могу их поздравить, мою невестку Изольду, внучку, да, Катеньку, дочку Итери с праздником и большой им любви. И здоровья им.